Всем привет, с вами Влад. В этом видео мы будем бежать с Бэдварса вместе с вот этими игроками справа и слева от меня. Всем привет, дорогие зрители, с вами Дрэм. Сегодня мы будем бежать немножечко другим способом. Надеюсь, я это еще не записывал, хотя вроде бы и записывал, но в общем хрен его знает. В общем, получилось очень круто, мы просто это уже все записали, так что всем приятного просмотра. Первая катка начинается. У нас сегодня участники Скрит ПВП, Валера и Водорем. Всем привет, дорогие зрители. Водорем у нас будет копить стрелы, покупать лук и защищать базу. Валера делает, соответственно, то же самое. Дисторд помогает мне копить стаки блоков, и мы будем, если что, строиться вот сюда, вот наверх. Я, если что, начинаю уже строиться вверх. Но синяя база, она не защищена никак, можете ее заражить. Я строю, если что, уже эту лестницу наверх. Тут я лишние блоки понаставил, извините. Обожаю по лаге сервака. Я пойду рашить. Аккуратно, только чтобы нас не зарашили. Что по блокам, народ, что по блокам, дайте мне что-нибудь. Я тоже куплю себе какую-нибудь защиту. Меч мне, на самом деле, не понадобится, мне нужен топор исключительно. Главное, это, конечно, не упасть. Я специально построил безопасную лестницу, чтобы я не падал. Нам нужно также стекла, если что, так что покупайте, на нас будут кидать фаерболы 100%. А если что, купите себе ножницы. Ножницы — это одна из обязательных штук. Кстати, лестница уже большая, мы уже на уровне лобби, который, на самом деле, тут нет, это фейковая. Так, ну вроде бы пока все тихо, на нас никто не нападает, это уже очень даже хорошо. Уже, в принципе, слишком высоко, я так считаю. Можно прям тут уже строить всякую. Народ, тут синий, короче, строит защиту какую-то. Неплохо, неплохо. Пал в бездну, Валера. Да, просто не повезло, не фантануло. Я двигаться не могу. Пол нужен стекол, поэтому я зря там построил. Куплю себе самый обычный лук, в принципе, окей. Мы все равно будем скидывать. Валера, дай стекол. Быстрее кидай. 28, в принципе, уже хватит на огромную комнату, в которой можно драться. Нас сломали. Мы можем валить, короче. На нашу базу забирается. Ребят, гагай меня убили. Минус один. Так, сразу же, народ, валим наверх. Я убиваю его. Все, минус он. Валим наверх. Все наши запасы берем, сразу наверх идем. У меня, конечно, топор такой себе, но я думаю, с таким справлюсь. Окей. Так, все, я ломаю лестницу, народ. Все. Кто может ломать вместо меня? Ты, Скрит ПВП, ломай, короче, все блоки, которые тут есть. Нам нужно вместо пола сделать именно вот это стекло. У меня 44 стекла. Минус один. Так, Валер, залезай быстрее. Валер, мы с тобой тогда остались только одни. Вроде бы никто не поднимается, да? Народ, есть какая-нибудь инфа, кто как забирается? У него фаербол. Повезло. Я буду ломать тогда лестницу вот так. Фаербол. Я понял. Капец страшно, ё-моё. Эта лестница — это защита своеобразная. Он уходит. Так, окей. Что? Я тебе это показываю. Там еще один чел. Что за бред? Если что, Валера, если он будет сюда стрелять, прячется за это стекло. А он тоже, смотри, он тоже стекло поставил. Мы можем попасть в него хотя бы внутрь? Оп, ну я вряд ли его уже убью, потому что он там себе стены построил. Давайте сейчас сделаем к нему дорожку такую небольшую прям. Я буду как-то криво, но все же на него строиться, он пока нас не видит, не засек еще. Он ушел? То есть там никого нету, ты говоришь, да? Там никого нету. Очень надеюсь на правду. Капец, тут база. Мы тут можем пока ничего не сделать. Значит, смотрите, что у нас по базе. Смотрите, всего 2 зеленых, 1 синий и 3 желтых. Мы можем добить, но прикол этой базы в том, что мы должны отсюда же стрелять. У этого синего можно как-то спуститься, у него палка целая. Так, Валера, смотри, я делаю такую лестницу, сможешь по ней спускаться? А подниматься вряд ли ты можешь. Их двое, 2 на 2. Давай туда вернемся. Мы можем сейчас сделать вторую комнату, потому что у меня слишком много блоков, мы еще можем целую комнату сделать. Так, смотри, у нас вот есть дополнительная комната. Блин, жалко, там внизу нет воды, реально. Могли бы купить, реально. Он снизу, он в алмазке. Уже? Он в алмазке? Да. Это что такое? Это что тут появляется? Это тут дорога появляется? Алло, так страшно. Короче, тут Так пошло. А он держится, смотри. Фаербол. Валим сюда. О, я попал. Вот сюда дорогу построил. Чё происходит? Опа, упал. Еще один желтый там снизу, смотри. Желтый. Он даже не понимает. Окей, он сныкался. Подожди, а мы можем по дороге спуститься спокойно, чувак.
Нам тут мост построили целый. Поскольку он один, мы можем построить еще одну базу целую. Вот это эпичная катка, конечно, получается. Так, ты так, валим, валим сюда. Главное сейчас не упасть, конечно. У меня FPS понизился. Ох, охренеть, тут блоков, чувак. Быстрее, быстрее покупаем, короче, быстрее, быстрее. Блоков, да хренище блоков покупаем. Так, стрел, 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 стрел. Я тебе сейчас выдаю стаки. Иди сюда, иди сюда. На, бери, 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 быстрее. Мы сейчас с тобой быстренько построим вверх еще одну базу. Все, все, погнали, погнали, быстрее, 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 быстрее. Валер, Валер, иди сюда. И купи еще очень много стекол, забыли прям совсем. Дай мне все стекла. Дай мне все стекла. О, о, во, смотри, там еще. Там наши базы, вот эти соседние. А, ваша команда победила. Так просто. Следующая катка у нас это обычная катка. Просто играем и расслабляемся, вспоминаем, как играть в Bed Wars и все такое. На центре 6 хп у зеленого. Тут, короче, розовый, самый сильный гляжу. Не, Влад, чего все? У нас видео идет около часа. А, боже. На, 40 железа. Я щедрый. Я ворп законен. Фух, сломал, сломал кровать. Красиво, красиво, красиво сделали. Что-то у Валеры в башке. Дайте мне его. Окей, все, окей, убили, красиво. Все, наконец-то. Один розовый остался, народ. Он может на зараж случайно. Да, спокойно, вот Дарен защитит там. Что их надо? Опа, опа, один синий у меня. Ладно, почти! У меня дух ХП было, короче, я его почти добил. Опа, два вот синих, два синих бегают. Типа... У меня есть шансы одно скинуть. Минус. Дай мне. Ах, минус один. Говню. Последний, последний, дайте, это мой килл, это мой килл, это нет, мой килл. Нет, нет. Вижу, вижу, вижу его. Капец тут ресурсов, я на одну базу зашел тут. Чё? Где он, где он, где он? Мой где? Килл. Где? Нет. На. Ах ты ж... Валера, я тебя найду и ушатаю, понял? Такое видео получилось, в принципе, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Влад, Валера, Вадим Обетов и ВДРМ. И ВДРМ. Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал.